Пойду в туалет сгоняю, пока тут. Ну, RGB-мод у меня не на NES, у меня на всех остальных консольках RGB. У меня на SNES RGB-мод и на Nintendo 64 RGB-мод. В принципе, RGB-мод — это тема. Но я просто давно не играл, наверное, в качество хуже RGB. Да, на Famicom у меня HDMI-мод. Вот, он удобнее, чем RGB, потому что ничего конвертировать не надо, воткнул и играешь. В принципе, никаких проблем. А вы хуже RGB? Да, хуже. Я могу показать вам. Вот у меня стоит три консольки, там еще Nintendo 64, PSP, там внизу еще что-то стоит, но не видно. Вот, а на SNES сразу RGB есть на некоторых, вот, но... Я там прочитал, что нужна определенная SNES, и типа в ней с RGB модом качество будет лучше. Вот. Именно эту, да, чеп. Нет, майки, это на доставку, там что-то приехать должно сегодня. Игру не прошел только ленивый. Я про нее вообще не знал. Не знаю. Возможно. Thank you.
Я же вылез. А, видимо, меня там чем-то успели убить. Тридцать два икс, там игры 32x. Ну, в принципе, тоже с флеш-картриджем нормально работает. Без особых там бубнов. Ну, если Соники любишь, то там есть вот Knuckles Chaotix. Необычный достаточно Соник. Так, сходу, ну, в WrestleMania есть. Не знаю, что там еще. Я высматривал. А, шмапсики. Ну да, наверное. Сколько у меня жизней? Бесконечно? Не знаю. Две написано. Блин, я думал, Т ничего не дает. Я раньше ничего не давал, оказалось. Перепутал, видимо. We'll be right back.
Одну для мода, другую для души. Ай-яй-яй. Ну вот, мост сломал. Теперь по воде придет. Это, наверное, второе получше оружие. Ну вот это для меня первое прохождение этой игры. Так что я, можно сказать, тоже не играл. Ну, пробовал один раз, когда мне ее реквестили. Готово, идем дальше. Угу. По-моему, этот уровень мы тогда по странам еще тоже прошли. Следующий. Вот этот. Кажется, там кораблик был. Ну вот я тоже так думаю. Ну посмотрим. Может это будет как в Шакале. Там кажется длиннее, чем есть на самом деле. Че, бывает, бывает. Thank you.
Так, а качо такое? Rapid Fire, что ли? Или просто очки? Тут чуваки, которых освобождаешь, похожи на этот... Или как там игра называется? Metal Slug. На Metal Slug похожи они. В Metal Slug тоже людей надо освобождать, и они выглядят примерно так же, мне кажется. Я думаю, это тоже Metal Slug, Metal Slug урози. Там же тоже много выходило. Мне как-то, когда я только начинал, чувак задонатил и отметился как... Да и вы охренели. Как Волош. Класс, ей может. Так мы что, прямо отсюда начинаем? Вол. А Волош — это генеральный директор Яндекса. Я тогда в Яндексе работал. И никто не признавался, кто этот чувак был. А, еще это вчера у Бомби-Зомби увидел, как он в Гремлинов играет. Помнил историю. Как-то взял на прокат, короче, Гремлинов вторых на NES. Я практически не брал на прокат, это было уже где-то в позднее время, похоже. Ну, когда я уже постарше был. Чуть-чуть. Вот, потом... Мы там встретились с другом и его мамой. Что-то там, не знаю зачем. Вот. Они, короче, захотели зайти в магазин. И я зачем-то остался на улице ждать. Не знаю зачем. И они что-то не выходили. А у меня картридж с гремлинами в руках. Мне хотелось пойти поиграть в него. В итоге я не дождался, свалил. Потом там мы там все переругались из-за этого. Что думали, что меня потеряли или что-то такое. Вот. В итоге мне запретили... Точнее, этому другу запретили со мной общаться. И мы долгое время не общались.
тоже поймет, что это в Гремлинов хотелось поиграть. Как вот они не понимают. Гремлины, кстати, неплохая игра. Тоже как-нибудь поиграем на нее. Но я в итоге там не прошел больше нескольких уровней, кажется. За то время, что он у меня был. Карик. Картридж. Я, по-моему, еще раз что-то брал на прокат, но ни хрена не помню, что именно. Видимо, слишком отстойная была игра. Ничего себе, он бой не стал. Маляет и шмаляет. Ай. Дайте мне нормальное оружие. Трактор. Трактор.
два тракториста. Мощный трак, тоже белорусский какой-то. Лол. Ничего себе мини-игра. Лол, а чё я вот с каждого будет сейчас оружие падать? Они же все такие вот, такого цвета. Поезд задом едет. После прохождения Battletoads то уже можно это отдохнуть немножечко. Черепашки ниндзя вылезли. Видимо, они любят, когда на одном уровне ты с определенным оружием ходишь. Одно больше падает, чем другое. То F-ки одни, то L-ки, то T. Это что? Не знаю, может дальность увеличилась.
что это было? Гранаты, что ли, какие-то мощные? Упс. Простите, заложники. В некоторых играх у тебя ХП за такое отнимают. Заложников убивать. Опять вы меня кидать собрались. Не могли просто убить меня? Надо меня кинуть куда-нибудь. Привет, Гаврич. Привет. Опа, эфка. Эф, конечно, это хорошо, но он стреляет не очень быстро. Надо дождаться, пока закончится предыдущий взрыв. Ай-яй-яй. Да, видимо, C это типа флешки что-то, или не знаю, что они имеют в виду под C. Интересно, тут по очкам в минус можно уйти? Того я не буду спасать, а то он рядом с отстойным оружием валяется. Что возьму случайно, пусть лучше в заложниках посидит. Кто-нибудь другой освободит. Не один же я пришел воевать.
Ай, я думал, она так близко не действует. И дальше. Интересно, зачем они сделали две паузы? Одну для того, чтобы посмотреть очки, а вторую просто. Разбомбили. Это близко к концу уже, похоже. Один-два уровня, наверное. Знакомая музыка. Жизни. Тут жизни просто валится дофига. Или я слишком медленно скачу. Здорово, Ингрид Сейдер. Ингрид Сейдер не знаю. Я еще только один брал. Thank you.
распрыгались, да? Для меня это неизвестность, так что я пытаюсь играть. Мне кажется, я бы и с тремя фронтами нормально дошел бы. Видимо, N это очки просто. P это какая-то бомба. B хрен знает. Все остальное оружие. Ну K еще есть. Видимо, Rapid Fire. Как бочек. Да, очки заново начинаются. А надпись Game Over меня немножко испугала. Оружие-то здесь будет, нет? Тоже на этот уровень оружие не завезли. We'll be right back.
Майки, а если бы не бесконечной жизни были бы? Мне кажется, здесь даже с небесконечными контами реально пойти. Просто почему-то здесь они решили оружие никакого не давать. Опять тракторист. Вот и last level, видимо. Вот сразу музыка, как будто сейчас босс будет из коробки. Да ладно, вас сколько тут будет? Матист. Thank you.
Вяжи. Похоже на дворец шакала. Смешной тут постбосс. Теперь он начал шмалять. Не надо было добивать. Жесть. Думал, столько берет. Я победил лидера. Бла-бла-бла. Мир в стране. Битва закончена. Да вообще Angry Saber. Обычно там какой-нибудь робот или танк в конце фигачит из всех. Или... Спасибо. Давайте запишем пройденное. Литл хотел узнать, чем Exit Bike отличается. Давайте попробуем посмотреть. Наверное, второй круг можно пройти, да? Нет? Да нет. Нет, нельзя.